Это наша история, так было в Советском Союзе, когда верующие люди не могли учиться в вузе. Свобода совести работала только на бумаге. Немногие вернулись после отсидки на ГУЛАГе. Водное крещение принимали под светом лунным, высмеивали верующих на политсобрании шумном, заставляли одевать красные галстуки детей в поддержку коммунистических светлых идей. Пионеры и комсомольцы строили светлое будущее. Компартия воплощала планы далеко идущие. Религия, опиум, с трибун говорили лидеры. У нас все равны, а верующих ненавидели. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. Требовали регистрацию, запрещали крещение, постоянный контроль, возрастные ограничения. Пастыря и служители находились под следствием, поддавались пыткам, необоснованным репрессиям. Поднимали других, а свой народ уничтожали, продавали зерно, а свои люди голодали. Становились как один под знамена атеизма, утверждая, что только так можно достигнуть коммунизма. Смеялись с веры в Бога, говоря, что это утопия. В музее скоро будет лежать последней Библии копия. Догоняли Америку, производство возросло, а сами отставали от нее на лет 100. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. Кто действительно был верующим, находились в презрении, когда над ними издевались, они молчали в смирении. Эти штунды-фанатики говорили соседи: пропусти уже грантриста для душевной беседы. Страна, изолированная от мирового сообщества, называла верующих отбросами общества, а сами вводили сухой закон для спасения уже и без того спившегося населения. Это моя жизнь, я вырастал на их примере, людей, которые стояли твердо в своей вере, которые, что бы ни случилось, находились на посту и сохранили обещание, однажды данное Христу. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. Все это наши люди, с наших районов, с наших улиц. Все те, кто претерпели до конца и не прогнулись. Все, кто остался тверд, не изменяя убеждениям, и сохранили веру вновь грядущим поколениям. И я один из них, репрезентирую их смену. Мы новое поколение, которое стоит за веру, молодые и сильные, готовы стоять до смерти, ведь это намного лучше, чем жить в грехе, поверьте. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда. И пока бьется сердце у меня в груди, я отдаю уважение тем, кто ушли. На страницах истории стираются имена, но они остаются в сердцах навсегда.